Привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья, с вами Корридж. Победитель всего мира! Ну, как тебя зовут ты? Витя просто. Ага, Витя. Он уже Витя, у него всегда. Короче, мы пришли на поле, на такое поле. Тут такое поле засратое. Вот этот мяч, вот этот мегандон оттушил. Взял оттуши. Давай. Так. Вот от меня взял. Оттушил. Давай. Нормально, только снимай. Да, да, нормально. Давай, Тима. Удар, давай. Ик. Бух. А, хорошо так. Троечку. Молодец, Тима. Так, сейчас еще попробовать. Давай. Гол. А, нет. Гола не было. Хорошо. Хороший вратарь просто. От бога просто. Да, Тима? Давай, Тима. И... Бу! Я достал. Да, я тебе по глазам достал. Неожиданно его достал. Тима еще бьет. Ну, не знаю, забьет гол или нет. Слышь, ты комментатор хрена. Нормальный комментатор? Слышь, а, проблизу. Сейчас я отвезли. Слышь, не знаю. Ой-ой-ой. Не забил. Там где я попал? А ты не слышал разве? Давай твоя очередь, Тима. Духа, тушишь меня? Давай, Лёшечка, ударь. А? Лёша, скажи, кто ты? Вангай. Сейчас попытаемся ему забить, да, ребята? Давай. Я для этого даже... Я воротарь плохой, дорогие друзья. Куртку сниму, ребята. Да, смотрите, она даже курточку сняла. И... мимо. А, не забил. Хороший парень, но плохой вратарь. Да, ребят. Я забил. Лайк за это видео. Мне тоже. Лайк за это. Ну, блядь, Лёха, ты гандон штопанный. Лайк, ребята, и подписка. Ага, и подписка не выезди, да? Воу. Может быть, я не... Я не... Блин, у меня язык заплетается. Я не говорю, что точно это будет. Ну, может, будет, под этим не будет. Так что... Лёха! Давай, и... Уп! И мимо. А, я ракал, я знаю. Ракалище и тот-тот. Ещё тот у вас. Ракал, ракал. Кто хочет быть таким, как Тимофей? Лайк. Ага. И как я? Лайк. И как я, не лайк. Давай, Лёшечка, что ты бить будешь? Давай. И... Ой-ой-ой, от штанги, такой момент был красивый. Я в кусок дуба попал, я в пенёк попал. Улыбнись, Лёшечка, тебя снимает скрытая камера. Где тут Тимошечка? О, вот мяч подает, красава. О, давай, набей, Лёха, пятерку. Оп! Ай, высоко! Ну ты ракалище, Лёх. Да, я знаю. Ребята, вот такой вот я. Вот да, вот я. Простой, сякой. Бля, ты дурак, бля, очкатый упырь. Я тут Тимошечка. О, Тимошечка уже устал и просто. Он же вспотел. Дорогие друзья, я еще забыл, что сказать, что спонсор этого видео... Канал Заказака.ком. А какое Заказака? Вот это Мангай, короче. А, Мангай, Мангал, короче. Витя, твоя очередь. А вот твоя на очередь. На воротах вот этого. Потом я снимаю. Ага. Готов, Витя? Так, подожди. Так.
Давай. Попал? Да. Ну, а мне вот так делать. Да, да ты это не разыгрался. Просто 7 метров. Так. Так, теперь сейчас. Я вот так стану. Давай. Ох, как. Нет. Я еще не разыгрался. Погромче говори. Я не достал, ребят. Корот. А, сейчас, бля, ты зараза такая. Я тебе ноги сейчас оторву. Его. Так, теперь моя очередь бить. Давай, Мангай, покажи, на что ты способен. Ох, красиво. Да, теперь оператор я. А вот это чудо-юдо, шапку сними, заразу. Все, давай. Подожди, видишь, я шапку. Сейчас, ребята, подождите, шапку одену. А то на улице, хер знает сколько градусов. А вот он я. Да. Хватит дорогу снимать. Да я тебя снимаю. Вон Витёк. Он что-то там творит немного. Вон он. Немного плохо видно. Тимофей, привет. Здорово. Да. Он немножко на дело-то был похож. Да шучу, ребят. Витёк, давай. Давайте. Гол, ребята, за гол каждый гол лайк один лайк. Ставьте. Вот это было красиво. Один гол, один лайк. Вот он я опять. Ой, я извините, нечаянно землю снял. Что ты меня снимаешь, где штаны попали? Блин, в штангу попал. Ребята, давайте. Ой. Давай. Мимо. Давай. Плохо. Последний удар, и я иду на ворота, ребята. Да, вы посмотрите, какой я ракалчий его. Да. Все, ребята, оператор у нас Витя, и я иду на ворота. Я оператор, Мань. Так. Кась красиво вообще. Сейчас уближу на 2 метра. На качество плохое или хорошее? Короче, вот этот продуло. Витя, хватит прыгать так. Так. А теперь сейчас посмотрю, что еще Витя способен. О, что способен Витя? Ага. Короче, вот там едет машина, не знаю, видно вам или нет. Прикольно так. Видно. Прикольно. Так. Что бьет. Капец, блин. Леша! Короче, Лех, мяч практически не видно. Видно. Почти что не видно. Сейчас еще темнеет так плохо. Обратно мы когда будем домой идти, мы не будем снимать. Может будем, когда уже будем подходить, где уже не шумит. Просто хочется, чтобы опять шумело на видео. Так, как мы будем с этим? Ставьте лайк!
Нам вот лайк от этого ответит. Лёха, чтоб лайк мне поставил. Шо, Лёха, протушила хорошо. Так. Сейчас мы еще что-то поделаем, дорогие друзья. Сейчас еще минут две поснимаем и будем за две минуты. Две минуты. Дима, сходи! Я тебя сейчас протушу. Так. Что вам еще раз сказать, дорогие друзья? Сейчас будем, наверное, заканчивать эту серию. А подойду до этих дебилов. Лёха, давай заканчивать. Мама, сейчас играет, дорогие. О, попал наконец-то. Итак, дорогие друзья, наверное, сейчас ничего не видно. На этой мы счастливой минуте заканчиваем. С вами был Мангай, Витя Просто и Коридж. И всем пока! И ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока-пока. Пока.